что-то такое. Не порвать бы еще. Сейчас порежу чего-нибудь, вдруг там что-то. Ну, там еще что-то упаковано. В общем, интересно, интересно, что он мне приготовил. Секретный подарок, который я давно хотела. Ну, как давно? Что-то вот такое интересное, смотрите. Открываю. Коробочка. Какая интересная. Что-то такое. Посмотрите, с якорем. Что-то я... вау. Вау. Посмотрите, что это такое. Обалденное. Так, вот еще раз коробочка. Вау, вау, вау. Да еще и такое большое. Вау. Это супер. Это компас. Это компас, друзья. Это не просто компас. Это еще что-то вместе с этим компасом. Вау, смотрите, какое большое. Вау, ух ты, смотрите. Это что-то я действительно хотела такое давно. Ну, так как я люблю путешествовать, понятно. То есть он меня просек. Я уже очень часто вот думаю о разных компасах и глобусах. И в этот раз он мне решил подарить такую штуку классную. Вау, смотрите, я даже не знаю, как вообще это использовать, если честно. Так, а вот это что? А, это, короче, что-то такое. В общем, работает на солнце. Знаете, это для солнца, это я поняла, что. А вот, вот это для чего? Вот это вот я еще пока не знаю. Это нужно разобраться. Вау, как здорово. Посмотрите, обалдеть вообще. Я, конечно, люблю все такое. Он, наверное, догадался вот именно такую штуку мне купить, которая вот, ну, она пригодится. Это компас. Компас он нужен. Конечно же, вот он работает. Вообще компас надо просмотреть. Вообще все правильно показывает или нет? Вроде работает. Вау, смотрите, как классно. Вообще классная штука. Это мне точно нравится. Оно открывается. Это вообще, посмотрите, это круто. То есть я могу смотреть на компас даже вообще вот без этой верхней крышечки. Ну, это вообще класс. Это прям вообще обалдеть. Ну, прям супер-пупер. Сейчас пойду зацелуюсь его. О, ну тут можно его еще подделывать, я вижу. Ага, его можно подстраивать, этот компас. Вау, здорово. Ну, вот это вообще штука, конечно, вот это вверху, посмотрите. Я, конечно, смотрела на них, на компасы тоже, сколько мы ходили, смотрели. И, ну, вот что вот именно вот с этой штукой вверху, вот мне с этим нужно, конечно, разобраться, как это все работает. Не, ну, я понимаю, что вот это для солнца, это понятно, оно показывает вот эти солнечные часы. Но вот, вот это для чего, вот я не могу понять вообще вот это вот для чего пока. Но супер вообще, вот это, конечно, будет смотреться очень круто. Сейчас я вам покажу, тут еще и на коробочке. Вау, посмотрите, вот так, ну, вообще... Самое главное, что я могу его с собой возить, то есть я его могу с собой привезти. Так что, естественно, он теперь поедет со мной. О, очень здорово. Люблю такие вещички. Ну, молодец. Очень он постарался в этот раз, конечно. Вот так. Не. Привет. Ну, подарить то, что я как раз, я такое люблю. Компас — это вообще круто. И вообще вот с этими, со всеми штуками, конечно. Но это вообще обалдеть. Вау. Очень мне нравится. В общем, супер. Ну все. Так что вот такой у меня подарочек на это Рождество. Будет у меня теперь стоять и показывать мне, где север, а где юг, где запад и восток. В общем, круто. Ну все. Пошла теперь целовать мужа всего. Ну, надеюсь, вам было интересно узнать и посмотреть, какой же секретный подарок приготовил мне муж. И, ну, если вам было интересно, может быть, кому-то полезно, не знаю, потому что я люблю путешествовать, и, конечно, я просто обожаю все. Я люблю карты, я люблю глобусы, компасы, в общем, все, что связано с морской тематикой. То есть он как бы знал, но я не думала, что вот конкретно, я как бы представила, что, естественно, что-то вот такое он мне подарит. Но...
вот что именно такую вещь, потому что это прям, это просто классно. Еще раз, сейчас я еще раз покажу, я не могу просто, сейчас буду играть с этой штучкой, сидеть. Ну, в общем, мне очень нравится, я, конечно, я просто в восторге. Я думаю, это как бы подарок мне, но мне кажется, вот тоже идея, вот смотрите, друзья, да, то есть как бы вот поставить на стол красиво, мне кажется, если даже можно подарить точно так же, опять же, своему любимому, там, не знаю, парню, молодому человеку, потому что это очень классно вообще, я просто в восторге, я просто балдею от этого. Так что все, мне кажется, кто путешественники, кто увлекается вот путешествиями, все, мне кажется, это будет просто замечательный подарок. Потому что я говорю, я в восторге, я просто обалдею, балдеваю от этого подарка, это очень здорово, обалденно смотрится. Ну все, друзья, спасибо, что смотрели, не забывайте подписываться, с вами была Жанна Конгбичанка, всем пока-пока!